Хочу поздравить Акбарс с проходом в следующий круг, пожелать им удачи. И хочу сказать, что доволен Риви командой, доволен, какой они проявили характер, какой большой объем работы они провели в этом сезоне, как они все добавили. Вот, так что Казани удачи. Спасибо. Ну, если говорить про всю серию, что ты могу сказать, что команда играла очень хорошо, очень правильно. Вот, и сегодняшняя игра, ну, в общем-то, тоже ребята проявили себя с самой лучшей стороны и в плане организации, в плане отдачи. Я очень доволен. Готовимся дальше. Коллеги, ваши вопросы, не забывайте, пожалуйста, представляться. Тогда вопрос такой, вам вопросик, все-таки ваша серия закончилась, да, но еще играть еще другие команды. В данном случае, если говорить по поводу финала конференции, все-таки каким было бы интереснее, с какой из этих двух команд? Ну, давайте не будем, мы еще не знаем, кто будет. Нет смысла, мне кажется, сейчас говорить об этом. Кто будет, то и будет. Тут это хоккей. Поэтому, не знаю. Это Денис Олегович. Денис, я думаю, что будет все нормально. Пожалуйста, Рад. Майра Шамилова, бизнес-аналитик. Зинпо Хайдарович, вас не беспокоит, что после травмы ведущего игрока никто из партнеров не заступился за него? Нет, не беспокоит. Еще вопрос, коллеги. После матча на Кубажате Сергей Мазякин, что сказали? О чем? Что сказать? Я сказал, что молодец и поздравил с олимпийской медалью. Виктор Николаевич, ну все-таки основная причина этого поражения в этой серии? Основная причина, как и все, как и во всех поражениях, были допущены ошибки. И опять же повторюсь, что с таким соперником, как Акбарс, их допускать нельзя. И истечение таких ошибок повлияло на результаты. Как оценить свою работу в этом сезоне? Ну, я не знаю, это не мне обсуждать. Ну, пока нет информации, что будущего. Мы только сезон закончили, а чего? Виктор Николаевич, скажите, вы не считаете, что вот заменив Кошечкина в третьем матче, немножко сломали ему психологию? Нет, так не считаю. Потому что Самсонов не выручил? Нет, я так не считаю. У нас два хороших вратаря. Мы довольны, как они провели сезон. Илья Самсонов нас выручал, а Василий Кошечкин нас также выручал. В принципе, тащили команду. И опять же, я к этому сезон подвожу. И зная Василия характера, и он доказал это на Олимпиаде, у него с психикой все нормально, он не может сломаться. Не выручал же он в этих матчах? Почему? Может, выручал. Если бы не Василий, то было бы чуть-чуть побольше у нас проблем. Коллеги, есть ли еще вопросы? Всем спасибо, до новых встреч. Всего доброго.